В далеком 2018 году еще никто не ожидал, что клип группы «Странга Лумигада» взорвет все чарты мира. Помимо основного художественного замысла, этот клип при всем своем великолепии породил также немало интересных моментов и со съемочной площадки. Большой палец, да, короче? Единственное, как бы, да, что дальше, да. Опасно. Однажды утром ты просыпаешься и понимаешь, что ты альтист. Хорошо. Круто вообще. А ведь все мы альтисты. Как играйте красиво. Леса правее. Ой, левее наоборот тогда. Маша, мне куда? Сейчас тебя поставил. А ты ходить будешь, Леха? Да в смысле ходить? Почему туда, все сюда стоят, а я ходить? Я ничего не вижу. Вообще ничего не вижу. Да-да-да. Какая сволочь позвонила? Мы подходим к этому Нет, месту. Нет, все стоим, и когда я, нужен, когда я заору, а все поднимают руки, типа как смычок, обожаем смычок. Я не знаю, что я, короче, в этом. Так что, именно куплет не нужен? Когда она «а» поет, та-та-ра-та, а мы все поднимаем. Я вот так вот руку одну поднимаю. Блин, она тоже. Сейчас я это... Ну ладно. Реквизит сидит. А смычок я как поднимаю? Ну как вот, знаешь, типа вот, последний аккорд чисто взял и доволен. Сейчас услышишь. Я бы хотел это видео, короче, ну, с музыкой, которая там на видео. А идите все вот сейчас. Оригинальным саундом. Это было бы охуенно вообще. Альтист, альтист, сюда, тебя в кадре нет пока. Оригинальный саунд, конечно. Или вот так? Блин. Или я закроюсь, или я вернусь. Ну ты типа головой вот так вот лопну. Ну давай как-нибудь. Давай, чтобы ты в кадре, вот ты пока не в кадре. Давай, ближе. В кадре, вот сюда, да? Да. А кто нажмет кнопочку старт? Уже снимается. А, уже снимает, да? А мы сейчас что снимаем? Да что-нибудь. Feel the beat of your heart and get out to clap. It's Все веточки. Не, куда? Нет, не надо. И это будет нет. Банти попал.
париться и... Лёхи, зачем? Поднимать смычок будешь, а у тебя есть нормально. И вы там что сделали-то? Ну и заканчивая это видео, подводя итог, так сказать, мы каждый раз убеждаемся в том, что какая колоссальная работа была проделана ребятами. Также, воспользуясь случаем, хотел бы передать привет всем альтистам. Привет, ребята! Ну вот надо, короче говоря, просто ебашить и ебашить. Пока я не выучу, например.